милые дамы, все мои подписчицы и клиентки, я рада вас приветствовать в этот прекрасный, солнечный, утренний, воскресный день. Если вы не находитесь в Риге, то вы можете приобрести все те изделия, которые вы видите на моей страничке, вы можете приобрести у меня виртуально. Также те изделия, которые у меня нету, у меня практически всего каталога, безусловно, нет, у меня есть только образцы, вы можете совершенно спокойно приобрести у меня по интернету. Отправлять вам будет непосредственно фабрика, непосредственно итальянское производство. И оплачивать счет вы будете непосредственно в Италию, только в Италию. Потому что никаких других людей здесь присутствовать не будет. Я с вами работаю как виртуальный продавец, мы вас обмеряем, выбираем модель, я вас консультирую, потому что на нашем производстве, которое работает с огромным количеством итальянских достойных брендов, как Манетти, Лоро Пиано, Флоренце, Фаче и многие другие, есть около 1500 разных моделей, разных изделий. Что-то можно повторить, что-то нельзя повторить. Есть, ну, практически уже на данный момент раскупленная коллекция с Milano Fashion Week. Там были вообще изделия в единичном экземпляре. Все цены, которые вы видите, это цены заводские. Потом уже цены будут, когда эти изделия отправятся в магазины, итальянские магазины, или по всему миру, эти цены будут в 2, 3, 4, 5 раз дороже. Здесь уже никто не может предсказать, какая будет цена. Ну вот, например, сравнение. Та шубка, которая у нас в магазине, стоит 2500 евро, то есть в нашем вот таком интернет-магазине, это социальный магазин, магазин, который сам решил сделать наш хозяин, наш директор. Он решил распространить все изделия, в том числе не только через магазин, но и через социальную сеть, то есть непосредственно с производством. Мне даже могут в 23 часа ночи, так как производство работает круглосуточно, написать, что появилась такая-то моделька за такую-то цену. И поверьте мне, она очень быстро уходит, даже до утра она уже может и не довисеть с цеха, как только ее она в цеху появилась уже готовая, то сразу сообщает. Так вот, о ценах. Итак, то изделие, которое у нас стоит 2500 евро, в миланских магазинах может стоить 7500, в московских магазинах может стоить и то дороже. Далее, вот, допустим, роскошная соболиная шуба. Вот на мне сейчас вы видите шубу из норки. Вот представьте, такая же шуба из соболя. За 18000 евро у нас непосредственно, когда она выходит из цеха, в магазине она стоит 60000 евро. Вы можете это абсолютно спокойно убедиться, зайти в миланский магазин, зайти в московский магазин и, в принципе, в магазины по всему миру. Наше предприятие имеет клиентуру вот такую в социальных сетях по всему миру. Итак, как эта посылка будет идти? Когда вы оплатили и фабрика через 2-3 дня получила на свой счет эти деньги, то вам сразу начинают эту посылку отправлять. Есть два пути оплаты, через банковский счет и через PayPal, для кого как удобнее, да, то есть вы всегда сразу со мной оговариваете, такой вы инвойс и получите, вы всегда будете получать инвойс, у вас всегда будет на руках бумага, которую вы распечатаете, и у вас это будет, во-первых, вы будете оплачивать ее в банке или через PayPal по этому инвойсу, и для вас это будет, ну, как бы, скажем, ваша гарантия, так как вы находитесь в интернете и, естественно, хотите иметь свои гарантии. Далее, какие почты идут? Почты по всему миру такие. По всем городам, абсолютно всем городам СНГ, эта почта ЕМС доходит за где-то 2 недели. По всей Европе это почта ГЛС или ТНТ, это 5 рабочих дней. А также Америка, это тоже, и Канада, это тоже почта ТНТ или ГЛС.
То есть эта почта уже выбирает наши курьеры, насколько им выгодно, чтобы вы получили быстрее это изделие. Получаете вы на свой домашний адрес. Вы указываете домашний адрес, с вами созванивается курьер, и вы получаете это изделие. Как я уже говорила, без объяснения в течение 5 дней вы его можете вернуть. Если это изделие вам по какой-то причине не понравилось, как только изделие появилась на фабрике, вы получаете деньги полностью в полном объеме на свой счет. Единственное, за что фабрика не будет платить, это за обратную доставку. Обратная доставка 20 евро. У меня был такой случай, дама не захотела, и на нее что-то не села, ей не понравилось, она отправила 20 евро, она потеряла. Да? Но у нее была возможность приобрести непосредственно изделие с завода. То есть это колоссальная экономия денег. Да, я понимаю, не каждый человек, не каждая дама решится на покупку в интернете. Здесь идет момент доверия, здесь идет момент, а как она на меня сядет, будет ли она смотреться мне к лицу. Но если это ваш путь, если вы хотите сэкономить, если вы хотите видеть постоянно меняющийся ассортимент и громадное количество изделий, если вы хотите непосредственно приобрести по заводским ценам, вам ко мне. Я буду вас консультировать, и наша фабрика вас уже будет полностью удовлетворять своими прекрасными изделиями. Всего хорошего!